Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня хочу показать вам авторские мои талисманы арабские на рост бизнеса. Делать лучше их в четверг, 8 штук их, как говорится, они как бы под одно получились, под одну энергию, похожие энергии. Все их сейчас покажу. Вот, наносятся, естественно, в 3 часа также, дня или ночи, а в четверг. Окуриваются шафраном. Каждый талисман я покажу. Вот. Каждый талисман по очереди, так сказать. Вот следующий. Каждый из них наносится чернилами, естественно, как говорится. Они все одинаковым действием. С одинаковым полностью действием. Вот и последний. Носить с собой, складывать по часовой стрелке, окуривать шафраном, как говорится. И можно рисовать, конечно, тоже шафраном, не запрещается. Вот, луна тут день не имеет значения, только какой четверг, что 3 часа ночи или дня. Быстрый рост бизнеса дает, как говорится, если он у вас на работе будет размещен, или просто у вас в кармане находиться, этого достаточно. Всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев. Делитесь видео, ставьте лайки после просмотра.